Самый главный блюдо сегодня это рыбка. Рыбка еще. Ребята, всем привет! Как всегда, радуюсь видеть на нашем канале. Аня, Рома, либо Аня, и либо Рома и Аня. Наша Вероника. Итак, сегодня у нас предстоит ужин. Как в эти, как она называется? Аристократ. Как в аристократ, да. У нас ужин как в аристократ. Сейчас вам покажу. Итак, Аня сегодня нам приготовила гречку. Мурчик. Вот сейчас она всем накидывает. Женечка, садись ровненько. Садись ровненько, Вероника. А гречки у нас самое блюдо главное, ребята, вы посмотрите. Это запеченная рыба в духовке. И вот так Аня ее, как это? Приукрасила. Приукрасила, да. Главное подача. Да. Посередине надо обязательно поставить цветочки. Красивые. Цветочки? Да. Затем цветочки, ма. Цветочки, потому что это украшает красиво. Так. Ну что, у нас будет рыбка, будем уже разрезать, да? Да, бокалы вина давай. Мы же как аристократы. А лялечки надо. Лялечка, ты что будешь пить? Это надо будет разрезать вот так вот рыбку. На половинке вот так вот рыбку разрезать. Показать, какая она изнутри. Лялечка, здесь косточек нету, все только мягенькое. Подожди, дай я фотку сделаю, подожди. Приятного аппетита. Так, Аня уже всем накидывает. Тебе посмотрите, какая вкуснота получилась у нас. Да, такая вот рыбка. Иди, Верник, выруби этого кота, он няры-няры. Туда его в комнату занеси. Бестолковый кот. Такая вот рыбка. Ну, а ты мне рыбку положила? Да, положила. Твоем свой бокал вина. На маленький черри, сладенький. Это черри, это сладенький. Сладенький, сладенький помидорки. А не бокал. А Веронике компотик открыть маленький тебе? Да, открой компотик сливок. Маленький. Компот сливок. Так, Аня, наливаем, ребята, вино. Так, себе. Вот такой у нас сегодня, ребят, вкусный ужин. Вероник, тебе как? Вкусно? Рыбка нравится? Нормально. Холодненькая. Холодненькая? Ну, конечно, она уже, уже 20 минут стоит. Нет, где-то полчаса уже стоит, мама как приготовила. Короче, решили мы сегодня устроить себе рыбный день. Вкуснотень. Угу. Просто обалдеть. Абрикосы. Чё ты говоришь? Какой компот она будет? Да, если вот я такой закрывала. Абрикосы. Покажи какой-то. Вот, это ребят. Не абрикос, это сливки и... Аня закрывала вот такой компот. А, и голубика, сливки и голубика. Это Вероника будет пить с нами. Сливки и голубика. Вероник, иди кота отнеси туда. Ну зачем он няряет? На видео сейчас только мешает. Вижу, на видео мешает. Няу-няу-няу-няу. Либо выпусти его туда, где? Пусть побежит, побегает. Все, кот ушел на произвол судьбы. Ну что, его все знают, что у нас здесь кот. Никто его не выпустит. Тебя, это там есть самое главное. Ура, на, открывай. На, тогда ты меня снимай. Потому что так закручено, что, никто, что открутить-то... Ну, зачем крышечку ломать? Она уже все равно... Ого. Ага, все равно, да не все равно. Надо ножик чуть-чуть. Ну, кто так открывает банку, Ром? Еще и таким ножом, после рыбы. Я вон же рыбу резала. О, все, ну. Ну не капай. О, кисловатый. Бо. А то ты наложишь, это болится с по сторонам. Мама. Давай, садись, мам. Сейчас мы а что мне тогда только пару кусочков накидала? Как я кот вот я уже почти доедаю. Боже, да, как вкуснятина. Надо сливки рвать еще больше. Тут да? Вкуснятина капец. Как вкуснятина? Нам еще сливки там до того дома есть. Надо рвать еще. Для вкуса. Потому что... Такой вкусный! Или компот, который я съел. Такой вкусный, Лялечка, пробуй, скажи, как тебе компот. А его надо разбавлять с водой. Нет, сильно. Такой вкусный, капец, прям сливки такие кисленькие. Голубики надо. И голубика, и сливки, такой, знаешь, такой вкусный. Компотик.
Так, ну что, давай. Много ли? Рецепты, что я закрывала. Давай, Лядька. Лядька, ну давай, бери. Давайте. За здоровье. Да. Чтобы все были здоровы. Да, такой... Живы и здоровы. Да, такой у нас сегодня ужин. Как в аристократов. Я, вот так видео назовем, назовем. Ужин как в аристократов. Как компотик тебе сложилось? Мама закрывала. Рыбку. Попробуй. Я попробую. Рыбку. Вкусный? Тебе понравился сливки, голубика? Да, там сливки и голубика. А, рыба вкусная. Вкусная, тебе нравится рыба? Я люблю рыбу. Я рыбу не любитель. А я обожаю рыбу. Я только в роллах люблю, но... Чё, я это... ее мало ем. Что, эту зелень можно рвать себе спокойно? Да, это листья салата. Буду как коровка есть. Можно помидорку. Я помидорки не люблю. Эти помидорки вкусные, они сладкие. А? Угу. Черри. Вы только посмотрите, какая у нас красотень на столе. Добавочки тебе положить? Бери компотик, пей. Вы только посмотрите, а почему ты как запеклась рыбка у нас, просто бомба. Помидорки надо обязательно кушать, фрукты надо кушать детям, особенно детям надо. Да, конечно, фрукты надо кушать. Помидорка. Ты знаешь, что сегодня мама прочитала в интернете, что детям надо есть мясо, фрукты, овощи обязательно. Да, обязательно. Чтобы, чтобы расти. Чернику мне давай. О, чернику. Ты кушаешь? Мясо ты слабовато кушаешь. А вот овощи ты не любитель сильно овощи. Не люблю. Огурцы. Огурцы. Помидоры не любят вообще, а помидоры, огурцы. Мажона съела, как кот наплакал. То еще ей добавки. Давай еще кусочек рыбки. Нет, кусочек рыбки. Жена рыбу не ест. Еще кусочек рыбка очень полезна на зубки деткам. Ты знаешь, хоть, чтобы у тебя были здоровые зубки, надо и кушать рыбку тогда. А рыбка полезная, она не жарная, она в духовке приготовлена. Ой. Мама нюхает цветы. Мама. Мама любит цветы, да? А кто сейчас не любит? У меня цветов полкомнаты. Я с утра, когда просыпаюсь, то первый взгляд мой на цветы. Как они расположены? И друзья должны быть на дочку. А что нового появилось? Какой росточек новенький пошел? Да? Угу. Так каждый день. Я просыпаюсь и сразу смотрю на свои цветы. На меня где-то есть. Ну, на меня дочка тише себе цветы смотрю. Она да. На меня смотрит, а не на цветы. Она просыпается, она на меня взглядом смотрит. Какая тебя красивая, да? Ну да, конечно, купинята. Конечно, зайчинята. Мама тешится ребенком своим, наслаждается, что у меня есть такой маленький прекрасный котенок. Котенок. Еще мурчик тоже. И я твой котенок. В ножках там спит, такой, лежит такой рядышком. Мама смотрит, думает, дети мои любимые, спят рядышком. Что еще нужно? Он в коридоре спит в домике. Спит и слушает, что мы говорим. В общем, у нас, ребята, рыбка в духовке. А мы, кстати, эту рыбу покупали тогда, когда ездили на рынок. Да, мы тогда показывали на видео, наверное, да? Рыбка в духовке. Гречка с маслом и компот. Что за компот, Аня закрывала? Сливки и голубика. Тут две ягоды. Слива и голубика. Да. Ну и вино, естественно. А рецепт вина этого есть на канале, когда я закрывала. Очень, кстати, вкусный. Мне очень понравилось. Надо будет еще закрыть. Можно прям разводить. Кому вот сильно крепкий, то можно немножко воды доливать, разводить. Тебе, вероятно, как? Так, этот, немножко кисловатый, говоришь? Да. Она похожа. Ну, от сливки немножко кисловат, но мне наоборот такой нравится, что не сильно нудной. Я приторник компота не люблю. Но запах слив прям, что-то домашнее, да, что-то непокупные, настолько аромат, как вот домашнего, когда мы вот в детстве закрывали, вот этот прям вкус вот этому компоте вообще сохранен, не потерян, вообще прям, надо еще мне будет так же закрывать. В общем, ребят, засняли вам такое видео сегодня. Какой у нас ужин, как в аристократа. Мам, тебе рыбка понравилась? Мне очень понравилась. Да, я не любитель рыб. Но так понемножечку могу съесть там чуть-чуть.
Посмотрите, Лада, как красиво все смотрится. А мне очень вкусный компот. Еще не хватает, как ножички, вилочки, салфеточки и все. Боже, как же вкусно. Эти ягоды. Мама. Такие вкусные прям в компоте. Надо взять ложечку. Золотого... А то мимо прошла. Смотри, золотого края. А то мимо прошла сливка. Мне так вкусно. Ну, прямо так ложечкой удобно. Ребята, рецепт рыбы. Ай, как вкусно. Кто хочет рецепт? На Лане, на ее канале на кухонном. Вот покажу ее кухонный канал, кто не знает. Называется «На кухне с Анютой». О, мам, тут тут пикает телефон. Это Вероники. Вероники, да. Вероники Кавалеры звонят. Кавалеры. В общем, надеемся, вам видео понравилось. Если понравилось, ставим лайк. Если не понравилось, дизлайк. Ну и как всегда, до новых встреч. Пока-пока.